Приветствую всех любителей рыбалки. Сегодня я приехал на Псковское водохранилище. Сегодня одна из немногих моих береговых рыбалок. Сегодня буду пытаться поймать окуня на каролину. Я уже собрал оснастку и отправляюсь на поиски мест. Рыбачу я здесь впервые. И вообще на берегу Псковского моря я сегодня рыбачу впервые с берега. Мест я не знаю, просто ткнул пальцем на карте и поехал. Прошел я первые метров 150, наверное, по берегу. И поклевок нет, хотя место довольно интересное. Есть глубина, есть свальчик, наверху есть ракушечник, который окунь очень любит. Но поклевок пока нету. С проводкой пока не заморачиваюсь, просто протаскиваю 2-3 оборота и пауза. С утра прохладненько, плюс 7. Надеюсь, сейчас потеплеет маленько. Приехал на новое место, спустился по такой вот отличной лестнице. Обрывистый берег. Не знаю, есть ли там свал рядышком, но следов натоптано много. Народу никого. А где я только что рыбачил, там вдалеке приехала машина на пробитую точку. Так, ребята, у меня первый заброс. И сразу рыба. Причем какая-то дергается, но очень тяжело. Не пойму, что это. Приходится аж вываживать. Да что ж такое-то? Похоже на окуня по сопротивлению. На полном выбросе. Первая рыбка с берега, но точно рыба, потому что дергается. Но очень тяжело почему-то идет, приходится аж выкачивать. Аж самому интересно, что там. Ну давай уже покажись. О! Что-то интересное. Как ты так? Окунь. Первый окунь. Какой-то он, не пойму, что происходит. Он почему-то забагрился у меня за хвост. Так, ну я садок с собой брать не стал. Окунь с молоками. Сейчас, если что-нибудь еще будет, то схожу. Машину, как так можно на овсетник забагрить окуня за хвост? Интересно. Так, ну начало положено, это прям радует. А что еще очень радует, то что вокруг просто никого. Так, у меня наконец долгожданная поклевка. Это уже попутешествовал. Причем взял недалеко от берега. Такой вот окунечек хорошенький. Погоди сюда. О, какой красавчик. Вот на такую вот резину. Резина с AliExpress. Какая-то личинка, не знаю чего. И вот он результат. Так, попробую здесь упереться. Я уже съездил вон там до того выступа. Решил туда скататься. В итоге скатался впустую. Время только потерял. Вернулся опять, где окуня поймал за задницу. И вот поймался еще один окунек. Ветерок все сильнее и сильнее. Ну хорошо, что ветер дует сзади, маленько по диагонали. Помогает забрасывать. По проводке особо не заморачиваюсь, по 2-3 подмотки, пауза. То есть волочу по дну. Палка Edge Hunter у меня 862 MH. Шнурок, по-моему, 1,2 по японской. Овсетничек. Тут прокатался, наверное, час времени потерял.
Но когда новые места разведываешь, я все время стараюсь побольше объехать, чтобы посмотреть. Груз поставил 20 грамм, поводок сантиметров, наверное, 80. Я сильные длинные поводки не люблю. Ну и как-то так вот меня клюет на коротких, спокойненько. Было еще две поклевки, отживали хвост. Надо паузу делать подольше, а то не успевает заглатывать. Вот у меня такая резина. Я взял оранжевую и темно-темно-зеленую. Офсетник четверка, номер 4. Там на дне есть очень сильные такие перепады. Ну, собственно, вот они. Когда уровень был низкий, намыл ручьев. И они вот там есть. У меня одна была поклевка, когда вот были сильные перепады. Одна вот сейчас на песке хвост отживал. То есть на ровном. Когда спиннингом вот так вот проводку делаешь, больше чувствительность у меня, нежели катушкой. Получается 3 оборота. Стоят сети на море. Видимо, научный вылов, как обычно. Так, у меня очередная поклевка. Маленько прошел по берегу. Хороший окунек. Может, что-то давит. Какой красавчик. В общем, окуня немного, такой разрозненный. Туда-сюда кидаешь. Ой, какой-то грамм 300. Я так маленько по диагонали кидаю. Как раз мне получается по ветру. И протаскиваешь больше вдоль берега. Клюнул относительно недалеко, наверное, в пол заброса. Там дальше идет такая мяша, что ли. Какое-то такое дно не твердое. Потом начинается вот песочек. Есть, красавчик. Аж фрикцион подтрескивает. Хороший окунек. Ой, какой красавчик. Жрет китайскую резину. На Каролину. Солнышко начинает пригревать. Несмотря на ветер, прям погодка отличная. Мне сегодня повезло, что ветер в спину. И забрасывать хорошо, и рыбачить более-менее комфортно. Еще и даже окунь клюет. Попробую поставить темную резину. Может, она будет более контрастная. Точно такой же таракан, только такое машинное масло какое-то темное, темно-зеленое. И вот на черную резину была поклевка, точнее за проводку было две поклевки. Сначала один тюкнул, сошел, и вот взял второй. Окунь хороший.
прям очень недалеко от берега. Красавчик. Темная резина, очень контрастная, заглотила ж хорошо. На уху я поймал, еще бы на покоптить поймать десяточек, было бы шикарно. Есть. Окунечек. И очередной окунечек на темную резину подживал. Они все мерные, грамм по 300. Жевал, не пойму кто. Похоже, что судачок. Судя по сопротивлению, это судачок. Либо окунь уже так сдался. И поклевка была далеко, так что, скорее всего, судачок. Нет, окунишка. Что он всю дорогу и шел. Перед берегом решил. Он думал, что его катают. Давай, друг. Иди сюда. Вот и засекся прям без вариантов. Еще один в копилочку. Ну и, собственно, вот нашел место, где он маленько-маленько щиплет. И здесь поклевочки иногда случаются. Такой вот красавчик на
Каролину. И очередной окунек подживал. Что-то уперся. Не пойму. Тяжелее стало в два раза. Кто там? Окунишка хороший. Уже ближе к 400, наверное. Грамм 400. Так, пойду проверю глазомер. А то опять будете говорить, что 200. Немножко песка, правда, есть, но ничего страшного. О, 400, ой, 400, 500, 560, 550, короче, грамм. Я даже преуменьшаю их. Полкило окунек. Немного разобрался. В общем, не надо сразу подсекать. Не надо прятать сильно крючок. Тело. В общем, так не спеша волочу по дну, пауза, подматываю и иногда получаю поклевки. Закон подлости, вот только отключаешь камеру, сразу клюет. Как так? О, борец. Борется. Пойдем, будем тебя коптить. В предыдущем видео я подробно рассказывал о этой оснастке. Если не смотрели, то вкратце у меня идет основной шнур, вертлюг, дальше идет флюр 04, на котором насажена пуля, здесь шарик у меня отбойный, можно поставить бусинку, этот мягкий, опять вертлюг и идет поводок примерно 80 сантиметров, 03, офсет и вот такая резина с AliExpress, рабочая, ссылочку на нее оставлю под видео, кто захочет, можете приобрести, паук у нее работает. С утра у меня клевал окунь на оранжевую, потом я поставил черную и стало повеселее. Не черное, а машинное масло. Окунь-то хороший берется. Приходится прям выкачивать. Пошел, пошел. Отлично заживал, отлично сел. Засекся, аж не вытащить.
Поймал ровно 15 штук. По весу получилось 6,5 минус садок 6 килограмм на 15. Это 400 грамм средний вес окунь получается. Такие красавцы. И все с берега. На новом месте. Первая моя пешеходная рыбалка в этом году. Время час дня, и рыбалку свою закончил. Заглох он примерно пол первого. И чем выше солнце было, тем он дальше и дальше, дальше от берега отходил. В итоге, видимо, он совсем ушел. Много с утра времени потерял на обследование территории. Я поехал просто, ткнул пальцем на карту и поехал искать места, где можно порыбачить. Я на водохранилище с берега рыбачил сегодня первый раз в жизни. Ну и кое-что даже получилось. Сегодня я продолжал осваивать Каролину. И, как вы видите, маленько успешно. Хороший окунек, доставил массу удовольствий. На этом у меня практически все. Осталось его покоптить. Наступил у меня следующий день. Посолил окуней, засыпал соль. Он 12 часов в холодильник убрал. Если кто-нибудь знает хороший рецепт посолки окуней для горячего копчения, напишите в комментариях. А то у меня вечно то недосоленое, то опять недосоленое. Сейчас вот 12 часов они лежали в соли, промыл и поставил их хорошенько подсохнуть. Они должны быть прям сухие перед копчением, чтобы они не варились, а именно коптились. Сегодня достаточно ветрено. Думаю, сейчас они быстро подсохнут. Придется мне прятаться от ветра здесь. И сейчас разожгу мангальчик и поставлю на них коптилочку. Прошло минут 30, у меня окуни подсохли, прям уже сухие. Можно гладить. Берем коптилку, насыпаем щепы. Сегодня у меня будут яблони, по крайней мере первые. Две закладки. Окунь здоровый, не влазит. Ну и насыпаю я так. Не сильно много и не сильно мало. Я думаю, хватит. Дальше у нас обязательно поддон. Если нет поддона, то можно фольгу положить. Чтобы с рыбы, когда сок капает, вся жидкость она падала на поддон и не подгорала. Ну и все, ставим окуней одной рукой. Слой. Два слоя. Закрываем крышечкой и на огонь. Минут на 35 окунь здоровый. У меня мангальчик-то маленький. Прячусь от ветра. Ветер очень сильный. У меня же вторая закладка. Первые получились маленько темные. Сделал на яблоне, вторые сделал на вишне. Сейчас будем смотреть. Доходили уже на углях. Вот такие вот красавцы. На этом у меня все. Всем пока.